Всем большой привет, канал Багрос для наших новичок. Ну что, продолжаем прохождение великолепной, замечательной игрушки Horizon Zero Dawn. Сверхвысокий, новая игра плюс. Что у нас на данном этапе? Этапе. Так, великие тайны Земли. Основные задания. Элой исследует древние руины под цитаделью и узнает невероятную правду о проекте «Новый рассвет». Доберитесь до закатной крепости. Все указано то, что научный комплекс, где Элизабет Собик работала над проектом «Новый рассвет», расположен под цитаделью. Где мы находимся? Ну вот он, я нахожусь, то есть она. Вот мы уже на пути, я приблизился. Что там будет и как, я не помню. Еще раз перепроверим. У нас все стоит как положено в настройке. Сверхвысокий, да. Все. Изображение улучшено. Изображение. Все, погнали. Вперед из песней. Ну, можно и на лошадке пролететь. Я ее вызвал тут. Полетал немножко, пособирал ресурсиков. Ну, как ресурсиков? Вон, три плюсика сделал, чисто по жизням. Насколько у меня хватит вооружения, без понятия. Так, кто это? Враги, не враги? Эй, мальчонка, отойди! Эй, тормози! Вы чё, под ногами бегаете? Давайте сохранимся. Все, что там у нас? Так, ты чё хочешь, чувак? Давай посмотрим за вопросик восклицательный. На всякие пожарные. Она очень бледная. Захворала? Мне нужно бегемотов, да. Бесконечные ресурсы. Может, она ты улица, дашь? Но Абаш. Жар никак не проходит. Ее зовут Шер. Моя сестра, а ну-ка. Моя сестра. Неужели никто не может помочь? Мы беженцы. Кто смотрел изначально, поняли, знание. Да, что я хотел бесконечные ресурсы и в новой игре плюс найти, пока не нашел. С ним непросто. Один лекарь. На его тень. Его зовут Галиф. Так, а короче, может, это про лекаря, это нам не интересно. Клятва лекаря, все, я понял. Пошли пока по основным. Мне не это надо. Но я найду. Для будущих, кто будет играть, тем более сейчас бесплатная раздача этой игрушки с полным боекомплектом, дополнением Horizon. Ту, The Frozen Wilds. Так, кто тут, что тут? Давайте светанем визором посмотрим по сторонам. Ладно, сейчас зайдем к торгашу. Насчет торгашей я вам рассказал. Ну, давайте я еще раз покажу. Вот смотрите, по оружию, да? Что у них есть? Видите, с двумя modification. А нам надо с четырьмя, вот. То есть, что я буду? Сердце с корабля у меня есть. Я буду далее потом показывать, как буду добывать. Вот не надо будет. Надо будет как-нибудь записать себе, чтобы знать кого. Два сердца шелкозуба, значит, я буду с ними биться. Два сердца буревестника будем тоже биться. Но кто-то с собой из прошлой, как говорится, версии обычной приносил эти сердца. Вот, у меня уже есть вот это. Эксперта, вот она. Сердце жвачника хоть у меня нету, потому что я потратил, купил. Я у меня только два оружия эксперта. Так, здесь мне надо будет сердце бизона. Сердце громозева. Кстати, о птичке. Слушайте, сердце пилозуба есть, сердце долгонога есть. Мы сейчас возьмем с вами высокоточный лук. Потом мне надо будет, ага, две шкуры кирысы. И опять сердце копьерога, сердце, блин. Ну, короче, все сердца надо будет этих живут. Давай, я, конечно, беру. Да. Так, а это у нас что, заметено, ударный и пробивной. Так, давайте я вот на это что у меня? Блям-бам-бум. Вот на это заменим пока. Заменим. Чурка не русско. Так, ладно. Ой, сам себя обозвал. Так, что я сразу хочу его прокачать, правильно? То есть, оно же у нас с четырьмя. И сейчас мы посмотрим. Так, что высокоточный лук. А у меня разве не было? Только высокоточный, пробивной. А чё толк от этого высокоточного? Он только там. Эй. Боевое копье. Вот он, высокоточный. Да, сколько у меня было? 55 удобства. Пробивная мощность 42. А ну-ка, у этого сколько пробивная мощность пока? Ну, уже 42. Все, прокачиваем тогда его, правильно? Так, вот. Урон 51. Берем. Дальше. Еще урон. Так,
Подождите, смотрим. Плюс 19. О, ну нормально. Тут 18, но мы будем смотреть. Так, 19, 19, плюс 3. Давайте еще возьмем. И теперь нам надо будет удобство. По удобству у меня вот что-то есть. Плюс 11 берем. И еще плюс 10. Ну я, черт его знает, удобство взять или все-таки пробивную мощь. Вон, плюс 6, да, броня что-то там. Подожди, подожди. Давай еще вот плюс 18, да. Плюс вот там побольше. Плюс 3. Плюс 18 осталось. Так, плюс 15. Вот, вот этот я, короче, возьму. Все, качнули его. Ну, плюс 42 урона. Давайте глянем еще сюда. О, ну соточка, нормально, в принципе. Вот боеприпасы не написано. Удобство 40. Тут, конечно, у меня с удобствами получше есть. Но потом, если что, удобство поменяем. Давайте в задание, что тут у меня дела. Так, вернитесь, торгоспрос и предложение, заложники. Ладно, это нам не интересно. Ладно, погнали дальше. Спасибо, чувак. Я лучшая охотница в моем вираке, и это у меня никто не отменит. Так, ну все, я-то понял, что по сердцам надо трамбовать. Всех, кого бую, потом я буду сердить. Так, куда-то я пришел. Что там такое? Я понял, куда я попал. Сейчас тоже битва будет. Ну, такая нехилая. Кольцо солнца. Древний обряд кармы. В Меридиане такого нет. Ну, то есть... Ну, ладно, подеремся. Глядишь, еще вспомнят. Сейчас мы узнаем, увенчалась ли успехом твоя диверсия. Костерчик поджечь. Успех. Добро пожаловать в цитадель. Короче, сейчас у нас будет типа испытаний. А ты пока пройдись. Спасибо. Успокоил. Так, доберитесь до дворца, добрались. Теперь войдите в цитадель. Так, подождите, чуваки, тут ничего нету интересного. Мне тут не подкинули. Вон что-то есть. Сейчас, конечно, бы желательно все брать. Вон там что, ящик, наверное, с чем-то. Ай, даже не знаю, брать, не брать. Короче, не берем ничего. Посмотрим. Забьют так забьют. Хватит так хватит. Не хватит. И... Так, у меня что? Так, костюмчик спецназа. Он здесь мне не пригодится. Ну, это я так называю его. Мне пригодится ткачок щита или щит ткача. Ткач щита, так и быть, уговорили. Лоечка, ты чё? Чё с тобой? Все нормально. Мы всех сделаем победим. Мы же есть круть. Мы не грут, а круть. Мы не есть груд, мы есть круть. Мы истребители победили. А что там же говорить об этих пташках? Какая у тебя картонная коробка на голове. Солнце. Узрите! Узрите! Итамен! Истинный король солнца! Узрите! Истинный король солнца! Чья воля свет! Она уже устала эту лапшу слушать. Вставай, чердак! А, это мелкий. Тяте бой зимой. Карапузика одели в корону, бедный еле стоит на ногах. Волей светозарного Итамена солнце взирает без жалости на предателя. Такая смотрит, не поймет, что происходит. Охотник, он еще у сиськи у мамки там прилипший. Получит 500 осколков. Скорее пленник, чем король. 500? Красивые волосы. Ну что, перематываем, не перематываем? Нам надо поговорить. Начинается. Первый раз в цитадели? Награда за прибаба дать. А ну-ка дайте я посмотрю, что это за побочка. Я же жду. Награда за... Утида, бросаем воина Карга, приговорил смерти верховный жрец Бахва. В этом деле что-то нечистое. Да я ж не это, я все сверх... Вернее, все ищу задание с бегемотами. Так, подожди. Куда ты меня? Уже все, драться? Безумие. Доберитесь до балкона. Спуститесь. Ну все, чуваки. Ты не понимаешь, как просто спрятаться у всех на виду. Пошел я биться, походу. О-оу. А, вон туда надо, вон по тем шлепотюндиям. Отвалите в сторону. Но я... Да отвалите. Я знаю, как падать. Мы это умеем. Так,
Ничего не... Так, оу. Йоу! Ну, я ж как говорил, я любитель, блин, сейчас. Так, блин. Вот я... Другая сторона башни. Найди шахту. Сука. Куда ты вечно спешишь? Фу, слава богу, ткач щита хоть восстановилась у меня. Ага, ни хрена, вон полосочка белая не восстановилась. Я любитель. Куда? Прыгать, Вася. Так, подожди. Так мне вниз и надо было. Вот я... Ничего не надо нажимать, она сама прыгает. Вы входите в новозвоны, большое поселение. Тихо, давай, давай. Вот, вот я как-то там упал. И чё, и чё? Блин, не туда пошел опять, что ли? Да ёп. Пирип-пирип. Так, ну вот же показывает, чё. А, все, смотреть надо. Я вечно на треугольник забываю нажимать. А теперь слушай внимательно. Я хочу тебя предупредить. Я показал тебе лазейку, но как только проберешься внутрь, пути назад не будет. Прежде чем спускаться вниз, тебе нужно вооружиться и как следует собраться с духом. Ну, практически, смотри, здесь у меня 100, а здесь тут, так у меня здесь что, больше. Не отвлекать тебя. Остались незавершенные дела, доделай. Да такое же оружие, только здесь четверочка. Ведь я не потерплю. Тебе ясно? Давайте этим попробуем. А пошел ты. Ну и чё, осмотрел я. Что все дальше? Ты потерпишь, как миленький. Опять я треугольник потерял. Не звала. Ну, я же говорил. Войти надо. Я знаю, что у меня постоянно проблемы с этим треугольником нажимать. Треугольником. Ну, пойдем. Да-да-да-да-да-да. Я спускаюсь. Вы готовы, я пацаны? Я посвятил жизнь тому, чтобы выведать тайны этого мира. Откуда взялись машины? Почему сгинули предтечи, способные творить такие чудеса? И многие годы, десятилетиями я натыкался на стены, которых не сломать, и двери, как которых как не открыть. Присела. Пока из Дикого Востока не явилась охотница. И на тебе, перед ней... На тебе. Все тайны мира лежат как на ладони. Полагаю, тебе с этой дверью повезет больше, чем мне. Так. Проводится опознание. Конечно, ей повезет. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Мы же есть. Неисправность. 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 Ну, начинает. Я что, смеюсь? Заткнись. Должен быть способ. Замолчи свой Эй! Рот. Я Элизабет Собок. Мне нужен доступ. Запрошен доступ. Корневые командные функции доступны. Желаете продолжить? Конечно. Желаю, открывай дверь! Анализ. По-хорошему. Основной порт доступа неисправен ввиду механической поломки. Доступна процедура аварийного вентилирования. Желаете продолжить? Да. Включаю аварийное вентилирование. Сейчас как побегу, как выскочишь. Продув. Который раз. Ну? О-о, прям в самую сейчас шляпу попадем. Ну да. Сколько будем раз погибать молодым? Это привлечет внимание. Теперь нам придется поторопиться. Нам? Вообще-то я тут одна своей шкурой рискую. Как угодно. Только скорее. Нам столько всего нужно узнать, а времени куда так идти? Мало. Я ж не могу все помнить. Так, короче, куда? А чё, давайте подсветим укрепленную дверь. Куда идем? Добро пожаловать в новый рассвет. Так, вот какая-то шляпотюнь. Мы его нашли. Кого ты нашла? Что тебя так удивляет? Система диагностики обнаружила многочисленные ошибки. Попытка восстановления. Давай, давай, восстанавливай. Что это за комната? Мы тут пока... Думаю, это преддверие. Всякую ерунду пособираем, которая нам нахрен не нужна. Так, нам тоже нужна поддержка. Открываем. В легкую. Присядьте и подождите, пока вас вызовут.
Да пошли вы, мы еще не сидели тут. Чего? Я закусок не вижу. И сказал про закуски. Дайте нам что-нибудь хапануть перед битвой. Проследуйте в зал номер 1 и просмотрите важное сообщение касательно цели вашего визита. Дайте мне грибочков. Мне бы... жизнь не поправить. Так, осмотрите базу. Да, осматриваю. Так, что тут еще есть интересного? Да вроде бы ничего. Пошли. Там уж где и... прошляпил. Я тоже так умею. Так, сейчас опять какая-нибудь будет разгадка. 100%. Голографический театр. Не повреждён. О, грибочек нашли. Ой, здесь визор не работает. Это проект «Новый рассвет». Я генерал Херрис. Я рад за тебя. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США. Вы все слышали, так, хочу нажать пропустить, что «Новый рассвет» — это такое секретное супероружие. Технологическое чудо, которое спасет нас от чумы Фаро, если операция «Свобода» поможет сдержать наступление роботов. Я знаю, вы это слышали, потому что я сам пустил этот слух. И все это ложь. «Новый рассвет» вовсе не проект супероружия. И он нас не спасет. Ничто не спасет нас. Ой, короче, это будет долгая история. Так, все. Как может быть? Что там дальше? Войдите в демонстрационный зал. Он сказал, что это неизбежно. Мы ведь избежали. Как-то же Элизабет нас спасла. Нужно еще поискать. Опа. Нужно выяснить, как она сумела. Не понял. Говорили, слушай. Что делать? Где-то опять какую-то кнопочку не нажал. О, а что она тогда не открылась? Не вкурил я. Так, что тут-то? Сок. Так. Они пробрались. Убейте сюда. Солдат. О-о. Ты должна узнать правду, несмотря ни на что. Рассредоточиться! Убивать все, что движется! Что это такое? Гробница? Все, что движется. О, вон того надо, чувака. В первую очередь завалить. Потому что у него пушка-погремушка хорошая. Так, я спецназовский костюм. Вот она. Похоже. Ой, стой! Иди сюда, касатка. Так. Что-то я сразу выхватывать начал. Сразим неверно. Примитивным дикарям нас не остановить. Точки с данными. Что в них? Так, жизни чуть-чуть потерял. Так, давай посмотрим, что тут еще есть интересного. Она собирала опять всякой ерунды, как обычно. Носители шмаси. Так, вот тут вот. Что у нас интересного? Присядь. Да пошла. Да, до одного крестика потерял я, короче. Так, это что, я вышел обратно, да? Вот не знаю, брать ли эту пушку или нет. Еще есть желающие? Так, дверь. Что тут еще? Блин, начинаю опять заниматься вот этими поисковыми делами. Чего я говорил себе не буду делать. Но это уже привычка. Там я где-то видел фигню какую-то. Ого. Так, что-то насобирал, нахрен мне не нужно. Не могу я успокоиться, чтобы не взять. У меня что-то вот эта привычка осталась. Ладно, пойдем.
то опять тут миссия затянется. Что тут еще интересного есть? Блин, все равно опять. А что тут? Я пойду, говоря сам, что тут еще интересного? Пик. ЛНР-02 не поврежден. Воспроизведение. Элизабет Собак. Ой, простите. Вы все слышали. И это правда. Короче, ну у вас в сад. Хорошие новости. Все, дверь открыли. Доберитесь до блока обработки. Воссоздали? Да. Машина. Машина созидающая. Это сделала Элизабет. Отправляйтесь в центр комплекса. Тогда... Зачем? Тогда-да-да. Что тут заныкали? Если он был частью меня. Геи, как он оказался внутри робота Фару? И почему он хочет меня убить? А... О, грибочки. Аполлон. То, что нам доктор прописал. Архив знаний. Что с ним стало? Дайте побольше грибочков. Возможно, ответ нас ждет впереди. Ну, пошли к ответу впереди. Грибочки. Не. Вот. Жопа крюки, блин, жал. Где? Ой. Только не вздумай сейчас побить. Что-то я это... Подождите, пацан. Я что-то это... Не готов так сразу был. О-оу. Слушай, а хорошо они у меня... О. Так, а чё я парюсь? Дайте-ка я вот... Это что, огнестрел? А это огнемет. Давайте-ка попробую их с огнестрела. Ух ты! Бля, чё сам... Как вам? А, пацаны? Нормуль? Козлы вонючие. Так, дайте я обратно переключусь. Так, все, да? Нормально что-то. Да не нормально, блин. Схавали у меня. Есть другой маршрут. Да подожди я ты. Я так уже делала. Тут нужен визор. Тут нужен визор телевизора, а мне нужны грибочки. У меня два плюсика осталось. Новый рассвет. В каком-то роде. Подожди. Нахрен. Нам этот ствол. Но все так несправедливо. Хотя с ним нормалё было. Кто выбирал, коллеги? О, грибочек. Бери. Я найду тебе применение. Эх, маловато, ну да ладно. Так, все нам пригодится, я знаю. Вот я не знаю, взять этот ствол или нет. Вон грибочки, нет? Дэй. Так, один плюсик почти отбили. Я не помню, а что тут? Так, оглядываемся, смотрим. Ладно, не хочу я туда идти. Будем опять 3 часа тут лазить, чтобы отсюда выбраться. Что теперь? Что за дверь нам показывает туда? Ну, пойдем. Блин, а потом я вернуться могу за стволом, за этим? Давайте возьму. Давай, он тяжелый, сука, любовь. Так, а присесть? Не бросать. Подбирай. Нажмите, чтобы бросить предмет. Так. Ладно, бросай. Ай, о, начинаются, сука. Ой. Еще один. Загадки, надо разгадки. Конфигурацию. Это хрень, я не люблю заниматься. Вот на что мы сейчас время потратим. Потому что смотреть некогда. И чё? Одной детали нет. Может, тут есть кладовая? Так, дверь бункера. Так, галозамок. И чё?
А, ну этот легкий, этот мы поворачиваем налево, этот прямо, потом налево вниз и вправо. Налево вниз, еще раз вниз и вправо. Все. Так. Теперь дверь должна открыться. Да что-то вот мне мало верится. Хранилище данных. У брата руки не оттуда растут. Я удивляюсь, как вот, он мне кажется, умудрился вот вставить эмиттер. А, здесь тоже, да? Теперь все перепуталось. Проблема хранилища данных. Тут, наверное, что-то вставить надо. Пусть теперь сам косяки, идет говорит, склад, исправляла. Так, ну это что же придется открывать, как вы думаете? Вот здесь, наверное, должен был вставляться какой-то топливный элемент, как я сейчас помню. Его где-то надо будет взять и потом вернуться. Так что, еще не битва, да? Привет. Привет. И сразу раз сошвырнуло, блин. А, я куда вообще попал? Огниво. Огниво такое название. Так, куда ты меня? А почему обратно? Короче, ну тебя в баню буду я с тобой таскаться. Ну, я так и знал, что надо будет сюда убрано огниво, сюда что-то вставить. Так, а у меня это что-то вставить есть? Кто знает. Походу нету, а где его брать? Это что такое? Это что? Ящик с припасами. Так, мне это начинает не нравиться. Я что-то где-то не нашел, получается, да? Все-таки я был прав, надо было искать. А где я теперь эту... Что я должен найти? Вот, он мне показывает туда. Ну, блин. Оно где-то здесь, интересно? Вот то, что такое? Излучаю. Ключевой канал от армии... Вот вон он где. Фух, пронесло. Ну, еще не пронесло. Мне еще туда попасть надо, правильно? А это как-то... Как-то вот где я здесь был, да? Вот, наверх вон туда надо попасть. Тихо, Элой, ты что застряла? А как это сделать? Где тут был вход? Вот, лестница. А что я туплю тогда? О-оу. Вот где-то... Вот сюдым, да? Не? И потом... Где-то был... Проход, что-то я не туда попер. Блин, не люблю эти вот штучки-дрючки. Где ты? Я ж на втором этаже, правильно? Видите, здесь не был. А где эта хрень? Она не светится что-то. Так, ну мы не за этим шли. Мы шли там за излучателем, но раз зашли уже сюда по ходу пьесы. Так, просто я сейчас запутаюсь. Сейчас я его не... Я куда пошел? Блин, запутался, я ж так и говорил. Так, вот где-то... Вот... Это что тут? Я тут не чпокнуть? Где ты, излучатель? Излучатул. Что-то я опять не понял. Блин. Вот так, давай еще раз отсюда начну. Вот смотрите. Он вот там наверху лежит, правильно? Как-то тебя пометить можно, нет? Где тут? Тут входа нету. Правильно? Или... Вы оказались по-братски отсюда. Сучка. Не, не логика. Так, ключевой компонент. Так, ну вот, короче, он где-то... Мне вот, я если прям пошел через верх, вот сюда налево, правильно? Вот он там где-то должен быть слева. И вот туда прямо, правильно?
Во. Это Шон, нет? И чё, и чё? Где он? Ну, то, что он где-то здесь должен быть. Что-то я опять... Все вроде пошли правильно, нет? Неправильно. Б. Дверь Б. Что-то я сам себя запутал. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Где ты, излучатель? Жалко, он не отмечается. Так, вот там что там? Вот это что? Ящик с припасами. Фу, блин, так хорошо пошел. И куда-то не туда. Тут не в дырку, в какую не надо лезть. Я, честно говоря, уже подзабыл. Это что, не вход? Давай. О, ну-ка. Так, куда вообще не пойму, куда идем? Направо, налево. Тут налево. Сейчас вообще заблужусь тут нахрен, уже 70 шагов. Это что такое? Восстановить под... Ну, я пытаюсь восстановить, только я не пойму ни хрена, где эта фигня лежит. Блин. Ну и... Вот. Так, это не серьезно. Как я ненавижу этой беготней заниматься. Ну, я чё, обратно вернулся? А вернулся я чё? Ну чё, вот. Вон он, вон там, блин. Чё он не отмечает? Может, я что-то просмотрел, как-то можно было подняться. Кто знает. Блин, короче, блин, достало. Хренотень это. Ну. Вон он, да? Вот я прямо выхожу. Так. Вот он, короче, прямо вот там. Мне надо как-то или вот сюда наверх подняться. Так, я вот наверху. Ну, в принципе ж, я правильно шел, да? Как-то или сюда. Здесь есть что-нибудь? Вход какой-нибудь? Залезь куда-нибудь. Так, у меня с этим проблема, да? Ну, где-то вот здесь вот. Я ж правильно шел. Я просто переживаю, что могу нажать кнопочку не ту, вернее, эту пропустить. Как его называют? Треугольничек. Казалось бы, просто простенькое задание такое, но... Где он может быть? Тут ничего не надо нажимать. Просто уже сколько раз замечал здесь с этим треугольничком проблем. Чуть пробежал и все. Вот. Вот как определить, вот где эта хрень лежит? Я уже запутался, где я был, где я не был. Бега вот это вот шманает тут все. Я уже начинаю напрягаться, мне это не нравится, хренотень. Я вообще ушел черти куда.
Фу, как я не люблю эту херню такую. Как бы вот можно было переместиться туда. О, а это что за лестница? А ну-ка. Да слезь! Мешок и так уже набит. И чё ты хочешь этим сказать? Меня тоже не радует, что мешок набит. Так, вот, принц, куда-то туда я должен, да, попасть? Я знаю, что я могу просмотреть. Разве он не здесь лежал? Я его вообще, может быть, уже взял? Я и не заметил, как взял. Вот смотри, тут еще выше можно куда-нибудь? Ну и что? Наверное, нельзя. Она все. Больше она никуда не прыгает. Ничего, не отупляю. Блин. Терпеть ненавижу эти, блин, беготню, эти поиски. Хреново. Сейчас нахрен вообще выключу все. К тете собачьей. Нет, не работает. Я эту фигню не взял. Так как тебе попасть? Нет, бывает, знаете, кажется, что так все просто. А тут ни хренашки, не просто. Вон, валяется, блин, падла. И не отмечается. Если бы отметка была, уже проще было. А то иду туда, не знаю куда. Мать твою за ногу. Какая дырка есть или что-то еще. Ну и... Так, а, так вот он я здесь. Блин. Оказалось-то все, как обычно, я и говорил, проще пареной репы, вроде блин. Без повреждений. Как обычно и бывает в этой игре. Мучаешься, мучаешься, а там все на самом деле. Так прыгай, что тебе? Ты че? Птичка. Вот и все, блин, а я нервничал. Должно сработать. Да. А теперь откроем дверь. Так, этот вверх тормашками. Видите, где внизу буква у него? Значит, этот не вверх должен. Так, тот должен быть. Этот вверх, да, по идее? Подожди, сейчас я запутался. Ну-ка, давайте вот этот вправо. Этот вправо. Так, вверх, право, низ, лево. Вверх, право, низ. Вот этот низ. Еще раз низ. Это влево и тот вверх. А значит, должно быть наоборот. Вот этот вниз, этот вправо, вправо, этот вверх и влево, вверх, вверх, этот влево. И этот, наоборот, вниз. И... Хрена лысого. Так, тогда если вот так смотрим. Первое, вот это вниз. Ну, вниз. Этот... А, вот этот влево должен, по идее. Тогда. Влево. Этот... Вверх.
И вправо. Да. О, блин, запутался. Так, вниз. Влево, вниз. Это вверх. Влево, вправо. Вот этот должен. Вправо. Все. Дверь должна открыться. Да не, хрен делать. Давай посмотрим, что за ней. Давай посмотрим. Поняли, да, ребята? Кто будет проходить, просто оно... Как бы вот этот блок, вот этот вот, где он? Вот этот, он вверх тормашками стоял. И надо вот эту тему сделать. Ладно, пошли дальше. У нас беготня больше времени заняла, чем разгадывание этого замка. Мать его за ногу. Открывай. О-оу. Ты кто? Затмение. Не думал, что они это здесь. Длинное задание получится. Обойди их. Закрепили. Гея. Она там. На втором этаже. Доберешься? Будет ну, непросто как их обойти. Сказать, ну, как сказать. Давайте этих зябликов поотмечаем. Что они делают? О, они меня уже, блин. Ух ты! И хорошо, блин! Так, короче, меня сейчас чпокнут. Грибочки, грибочки. Бля. Блин, все. Ладно, короче. А чё я пушку свою не взял? Блин, чё-то я, честно говорю, тройнул. Они просто так рядом, мне даже отбежать некуда. Ага, я опять отмазался. Ладно, ничего, сейчас я пушку возьму свою. Вот, надо было вообще другую брать. Кстати, о птичках. Там же у меня есть ихняя пушка, да? Там далеко бежать. Ладно, давайте попробуем со своей. Ну, хоть отсюда начинаем. Давай, Ловечка, Пловечка, ты же можешь. Только присядь. Где эти зяблики? О-оу. Так, где там? О. Ох ты, падла. Дергай, Ау, не успел. А, дверь же была открыта, я мог обратно дернуть. Чё я опять стормозил? Во-первых, их не вычислил, где они находятся. А, спуляю направо-налево. Неудобно, как бы, это маленькое. А если я их просто огнеметом шворк? Ну-ка, давай попробуем. Так, кстати, у меня что тут? Что тут? Так, у меня и мало, блин, всей этой канители. Так, сквозь дверь я пока их не вижу. Так, давай пока вычислим. Ага. О. О-оу. Ну давай. Тихо. Блин. Иди сюда, говно. Все? Ну там, блин, бригада еще вон не маленькая. Так, давай пока подберем. Там вон зяблики. Бегит. Сюда иди. О, она даже увеличивает. Ну, в принципе, я отсюда могу побить. Нахрен мне ваши осколки. Вот он. Так, еще двумя меньше. Он падла. Сюда иди. Потом я сейчас лук достану. Начну. Ай, блин, не то переключение. Она достанет, интересно.
Так, где там? Вон он. Ну, хоть чуть-чуть. Касатка. Сука. Конечно, это не снайперская винтовка, но... Так, что-то, блин, хреново она бьет. А чё я... Так, а если я вот... Нет, это не покатит. Давайте я огневой еще попробую. О! Ух ты, падла, попал. Тихо, тихо, Илочка, приходи в себя. Блин. Да запарили вы, чуваки. Что-то с вами как-то... Ты где там? Попали, падла. Ну, ваш костюмчик, супер. Пупер. Че, готов, щенка? Давайте сразу подзарядимся. Пока есть чем. Вон там меня ждет гнида. Так. Музыка, музыка такая. Подожди. Илоечка, подожди. Включи свой, я этого отмечу, придурка. Можно больше низко? Интересно, я попадаю, нет? Да-да, стал ты. Смотри, какой крепкий. О-оу. Фух. Урод. Ой, блин! Вас там вообще бригада, Ниппель! Внимание! Сектор недоступен. Лифты. Это что за дела такие? Блин, Илоечка, мочи его, блин, меня сейчас... Беги, 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 беги! Кто там? Думаешь? Вроде такие цели легкие, но... Надо было просто у них пушку, может быть, брать. Подожди, а ну-ка. Я вот этим давно не пользовал. А оно и ни хрена, ну как-то должно смешиваться. Ладно, давай. Так, здесь что? Подберем грибочки. Блин, мне с этими было
проще, как его истребителей им валить. Так, дайте, подожди, пока я не забыл, мне поправить надо оружие. А то сейчас опять покажешь, что там места нет. Меня тут расчехлили чуть на боезапасы мои. Угу, вот на это нету. И на это нету. Нет, ну ладно. Пойдем подберем. Грибочки. Или что это? Так. Осколочки. Так, что тут еще мы имеем? Так, он мне показывает туда. Дайте я еще вот грибочки. Покушаем грибочков. Так, где еще могут быть что-нибудь? Ладно, погнали. Что тут есть? Привет, я привет, Макоша, привет. А это нечестно. Да мне по барабану, кто ты, мне бы идти туда, куда, не знаю, туда. И грибочков дайте мне покушать, больше мне ничего не надо. Только не все так просто. Так, что дальше? Ну, как я и говорил, эти без подготовки, все эта игра проходится, блин. Высокий, голографический проектор, сверхвысокий. О-оу. Этот вон там я... Да нафиг! Ладно, но хочется. Нет, не хочется. Далеко бегать, мы и так сегодня набегались. Без понту, к тому же. Сейчас еще здесь какие-нибудь чудилы будут. Через окно, что не читаешь? Слабо, что ли? Кажется, это здесь. Найдите кабинет, вход в кабинет собак. Или собак, закрыт. Или собаки бешеные. Должен же быть какой-то... Опять. Опять. Осторожно. Я их пока просто поотмечаю. А чё осторожно? Тут только одни типы. Нам тогда они не страшны. Тогда знаете что? О, грибочки. Так, я... Блин, не ту кнопку нажимаю. Возьму-ка я... Тут сколько у нас? Сотка. Здесь 121. Она, если бы еще точно стреляла, было бы намного лучше. А так, как она... Такой стрелок... Стой. Эй, ой. Это что такое было? И сейчас, кажется, здесь что-то обвалится, нет? А если я встану? Не, нет, я не вижу тебя, ты встань. Чё ты прыгаешь, дурёшка? Так, еще раз давай Блин. Меня засекли, да? Я же не в костюмчике. Кажется, это должно обвалиться, и мне будет здесь с ними драться не очень хорошо, если честно. Слушай, подожди, а какой я еще могу ствол взять? Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэм. У меня же норм... О, кстати, у меня же есть вон какая хрень. Точно, я их сейчас бомбочками. Ну-ка, давай. Вот сюда тебя. И еще мой... Где банук? О, лидершип не хочу. Пламя горное не хочу. Подожди. Лук дома. А, чё эту взял? Надо вот эту прощу брать. Вот эту возьмем прощу. Так, 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 так. А чё это у меня мало оружия? Я что-то не пойму. Вот он. Лук. Нет, не банук. Вот эта хрень какая-то была. Горна. А, вот. Буревик. Ну, давай и буревик возьмем. Так, теперь поменяем, да? Вначале... Блин, этот электрическое. От электричества нет, 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 нет. От электричества мне будет хреново. Почему? Потому что у меня нету костюмчика специального. Лидершип. Давай лидершип сюда возьмем. Так, лидершип. Это у нас что, пушка, а это ледомет. А я уже забыл, какой надо чё. Ладно, мы пока будем зажигательной бомбой попробуем. Получится, не получится.
мы же их зажигательное парили, да? Там. Перед вами Аполлон. Да пошла ты в жопосон со своим Аполлон. Я Самина Абаджи. Я рад за тебя. Веришь, нет? Дайте мне грибочков. Задание уже к часу приближается. А мы тут все... Ты первый? Да похрену. Вы главное покажитесь. О! Ух ты! Дергай, 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 дергай. Это же это. Ну это трыкалка была. Боеприпасы закончились. Давай другими. Где там? Иди сюда. Неплохо для начала. А теперь мы тебя... Чё-чё-чё? Последний? В этой будем считать пещере чудес. Осмотрись, может, что уцелело. Так. А чё-то я прям здесь как-то быстро, да? С ними расправился. Ну, я говорю, если еще оружие пособирать, там побегал я все вот это, что дается. Ты вообще без проблем. Было бы no problem, да? Я это не унесу. А, грибочек, 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 грибочек. Так, взяли, осмотрись, говорит, да? Да че смотреть? Мы и так долго ходили, смотрели, пока искали то не знаю что, чего. Знал бы так сразу эту канитель. Ой, а там что-то было, нет? Не обратно наверха? Ну, отвали. Мешаетесь мне тут. Давай. Хоть что-то подберем, аж потом купим. Так, мне вот туда. Да, а, он же мне сказал, осмотрись. А для чего? Я просто подзабыл это задание, если честно. Вот туда мне куда-то. Для чего мне туда? Наверх. Пойдем. Ну как-то вот отсюда, да, надо было? Грибочек нашел зато. Это радует. Посмотри, изгой. Ну осмотрелся я и чё? Вот туда показывает, а он показывает наверх, а сюда я наверх не могу. Я уже начинаю уставать. Что-то, может, здесь надо было включить, нет? Ну, в упор не помню, блин, что делать надо. Опять эти беготнёй занимаемся. Опять я где-нибудь треугольничек пропустил. Или еще что-нибудь. Ну, пойдем вот сюда. И? Да нет, вроде бы еще не так долго пришлось бегать. Мазапака. Знакомься, это да, Аид. Подожди. Аварийный протокол нового рассвета. Ой, реально? Боеприпасы закончились, а я тут. Но я знаю, что вы думаете. Задача Геи воскресить жизнь. Задача Гея. Задача Гея воскресить жизнь. Поняли, да? Это тупо, да? Но... По-другому наверх не попасть. Так, а мы чё? Найдите вход в кабинет собак. Блин, это собака. Это что? То, о чем я думаю.
Да я не знаю. Главнейшая и важнейшая машина программа по о чем ты думаешь? Я без понятия. Раса продолжит свое существование. Я Патрик Брошер Кляйн, руководитель этой программы. Я рад за тебя. Что тут еще есть интересно? Блин, время только теряю зря. Так, ладно, пошли наверх. Мне не нравится по этим пещерам бегать, я вечно в них путаюсь. Элизабет говорила, в таких местах родится новое поколение людей. Говорила. Гора Великой Матери. Одной из них? Давай, есть, давай, 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 Лоч. Не, налево, налево, налево. Люк не открывается. Там говорилось что-то про поврежденный альфа-реестр. Надо обыскать кабинет Элизабет. Так надо еще до него дойти. Там сейчас опять какие-нибудь чепушилы прибегут. Да, можно зайти в полотенце. Нахрен я это ищу. Не могу, привычка, привычка. Подбирать все, собирать, этот перфекционизмом заниматься. Ой, я слово то-то сказал, нет? Это ее ж кабинет, по идее, да? Ты забыла о наших ошибках? Блин, выломать двери. Я опять хожу кругами. Вечно с этими треугольниками, пока их найдешь. Так, зашли. Осмотрите терминал. Я хочу путешествовать налегке. Да, да, да. Вот этот терминал. Осматриваем. Что она мне показывает наверх? Три шага. Сейчас. А, не берет, да? Тогда знаете, что мы сейчас попробуем... О! Прокачать обратно оружие наше. Тут все нормально. Вот так всегда делаете. Это тоже маленькая подсказочка. Я много раз так не делал. Потом жалел об этом. Вот, видите, сразу подгребли. Так, зайти, наверное, за стол надо, что ли? И нажать... Конечно же, нажать. Треугольничек, мать его. Давай, да. Крути педали. Он не поврежден. Тогда чего ты пока ждешь? Нам люлей как не дали. Теперь я смогу восстановить реестр Священной Горы. Делать. Войти. И узнать все секреты. Где я родилась? Может, узнаю, кто меня родил. Кто? Ты правда такая наивная? О, опять это будет ля-ля тополя. Еще полчаса времени займем. Займет. Что теперь? Чьи-то лапы. Всю мою жизнь мне было твердо известно. Я все вспоминал момент, когда... Короче, это злый рука... день, тра-та-та. Так. Это меня схватили, короче. Ты узнал, наверное, это неправильно. Не ля-ля-ля. Нет, просто я бы... И лишь как... Я наконец... Ты должна... Не хочу я тебя слушать. Ты просто убийца. Ты правда раньше ты... Боюсь, мы тебя будем потом делать убивать. И будет тебе больно-больно. Так. Они не имеют отношения, не трогай их, тра-та-та. А, ну вот, сейчас я попал сюда. Типа они меня поймали, и сейчас я должен здесь драться. С этими бибимотами. И всем, кто там... Есть. Ну, сейчас будем пытаться. Да, задание длинненькое получилось, честненько. Вначале показалось, о, сейчас быстро. Все, найдем собак. Нашли меня, схватили, заточили сюда. Ну, вот этот момент я пропустил. Ну, там, в принципе, она сделает и забежали, и схватили. Наши годы во тьме закончены. Да, да, да. Так, а что надо сделать? Я помню, где-то что-то надо было взять. Где-то что-то надо было подбить. Ух ты! Что-то надо было подбить. А где мое оружие? Так. Не подставляйся. Да ты не подставляюсь. Заставь бегемота. А, все, понял. Есть. О,
Вот так. Да, надо вдоль этих бежать, чтобы оно на него трамбанулось. И он та хрень упадет. Короче, надо дергать от бегемота. Там будет оружие, кажется. Вот он сам с собой. Вот она наша красотка. Так, потом, что дальше? Да это не все. Бегемот она. Вот теперь я готова. А ты теперь большая тупая мишень. Ну, подходи. Ой. Ой. Ой-ой-ой, это я что-то быстро расслабился такой весь на лабутенах. Думал, сейчас все оружие мне дали. Я его... Это же Бибимот. Я его и Бибимотом называю. Вот теперь я готова. Подожди. А ты теперь большая тупая мишень. Ну, подходи. Блять, касатка. Надо заморозить ёрость. Ну, можно. Так же, мы тоже сейчас мы это сделаем. Да я понял, что по бокам. Ой-о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 й. Блин, беги. Может, ты хочешь есть нужные детали? Так, тихо. Тут по нулям. А тут... Ну, мы пока так постреляем. Что там у него осталось? Попал, падла. Так, короче, я беру вот эту штуку. И по бокам буду вон те штуки... Если меня не завалят. Если ты, конечно, стоять не будешь шелойкой. Блядь, беги. Блин. Хреново. Блин, он... Ещё я касатка, как обычно. Илойка, ты чё, Короче, беру я, наверное, вот это. Все, по три штуки. Где это, мракобесник? Ну ты! Блин, я его не вижу. Бляха-муха. Так, а что у меня еще есть? Не, подожди.
Чё, козлина? Там было-то заморозить, можно было замораживать. Что ты, ты же, блин, уродец. Думали, не завалим, что ли? Тихо! Чё тихо? Сейчас и ты люлей получишь у меня. О, это был не конец. Дженни, убить её! Подожди, мне где мои помощники? Да этих-то тоже мы. Это почти, я же говорю, как финалка. Убить ее! Да сейчас. А почему тень? Это самому слабо, что ли? Вот именно, иди сюда. Хрена. Идут наши, поддержка. Канал Багросу для наших новичок. Ну пока этот лысик за нас. Вот у меня... А, это сейчас еще кто-то там свои прилетят или что там, эти зверьки. Что такое? Даже не успели подраться. А как так? Мы хотим битвы. О, тут наши пришли. Ну давайте, рвите их на запчасти. Пошел ты, ушлепок. Че, задание сделали, нет? Че там щелкнуло, а на экране тишина. Экран, заводись. Ну, давайте уже поговорите. Так и быть. Вот он ты, настоящий. Да ладно, он притворяется. Разумеется. Без тебя мне никогда не разгадать тайны священной горы. Тогда ты зря потратил время. Гелис уничтожил мой визор. А с ним и Альфа-Риестер. Вовсе нет. Все то время, пока мы держали связь через визор, я копировал данные. Так что переместить их в новый визор не проблема. С днем рождения, Айзек. Папочка тебя очень любит, крепыш. Знаешь, ты как нарочно злишь меня, Сайленс. Но куда деваться? Посмотрим, где ты родилась. И может узнаем, зачем? Да. Посмотрим на машину, которая меня родила. Так будет точнее. До скорого. Стой. Что? Как ты меня нашел? Как ты узнал, где я, если на мне не было визора? Ну, право слово. Даже болван догадался бы, что Гелис бросит тебя в кольцо солнца в полдень. Загнал двух бегунов, чтобы успеть срок, но успел. Так, ты умеешь управлять? Когда ты научился управлять машинами? Когда ты освоила эту технику. Пришлось уничтожить машину захватчика, чтобы добыть детали. Но ты сама показала мне, как это делается. Надо сказать, в целом логика этого метода во многом схожа с ритуалами шаманов Банук. Но, конечно, куда им до тебя? Ясно. Так, Гелис тебя узнал? Гелис узнал тебя. Там ты сказал, что просто помогал затмению. И что теперь? Этот человек очень опасен. Так, я должна помочь? Мне пора. Племя и так ослабело. Нет, прости. Какие еще... Зачем? Когда придет время, я выйду на связь. Поговорим позже. Да, кстати, если пойдешь на территорию Карха Тьмы... Есть для тебя броня для маскировки. Ты, как всегда, все продумал. Кто-то же должен был. Элой, когда ты искала Альфа-Риестер в бункере Нового Рассвета, я надеюсь, внутри этой горы тебя в самом деле кто-то ждет. Но! Так, ну показывайте, завершили мы, не завершили? Ой, это еще не я. Не понял. Что за загрузка? Обнаружено. Основное задание завершено. Ужас солнца. А у нас разве ужас солнца был? Что-то я не понял. Ну-ка, погодьте. Давайте задание основное. Подождите. Я что, два задания здесь сделал, что ли?
Войдите в цитадель, кархать мы, доберитесь до блока, войдите в центр комплекса. Точно, представляете, это было два задания сразу. Ужас солнца, основной задание Гелиос сбросил лой на растерзание машин в кольце солнца. И основной великие тайны. Так что как так, а вот почему у нас подлиннее получилось. Короче, мы сделали два основных задания, ребята. Вот такие пироги. Ну, потом напишу. Так, что он там с этим дал мне что-то? Что это? Адепт тьмы легкий. Ладно, нафиг он нам не нужен по ресурсам. Что там у нас? Где-то все что-то там было. Так, что по оружию? Вот это еще. Далее записная книжка этой шляпы. Нашел целую кучу здесь. Мы сейчас просто уберем ее. Добегу потом до первого костра. И вот все на этом. Вот поэтому и получилось такое длинное задание. Я знал бы, сейчас бы не делал. Разбил бы лучше на два. Но все равно особо очень много вот этот кабинет ее занял, если честно. Так, ладно, по карте, где мы находимся? Так, вот мы где находимся. Следующее задание у нас будет Солнце Нора. Он аж на самом другом концу. Конце конца. Ладно, ребята, на этом я буду заканчивать. Новое основное задание Сердце Нора. Но мы уже поняли. Доберитесь до Великой Матери. Все, на этом я буду заканчивать. Всем удачи, хорошего настроения. Канал Багроса для наших новичок. Я еще тут походу пособираю. Мне надо третий плюсик достать. То есть я лекарства тут подсоберу. Чуть прокачаюсь, может по дороге кого увольну. Но это тут смысла нету писать. Все, давайте увидимся, услышимся, подписывайтесь, не стесняйтесь, оставляйте комментарии, мне очень приятно, отвечаю всем. Могу с задержкой, но без вопросов. Ставьте лайки, я вас жду на своем канале. Все, давайте еще раз, пока-пока, увидимся, услышимся, чао!